маркетинг-план, он, в общем-то, не менялся. Менялись просто какие-то основные стартовые программы. Вот. И моя задача сегодня рассказать вам, неважно, новичок вы или не новичок, как рассказать своему новичку, как правильно объяснить ему, какие деньги он может зарабатывать. Потому что когда мы открываем просто буклет, новый, да, у нас вот такой вот появился, план мечты, то здесь написано просто цифры. На самом деле за этими цифрами стоит намного больше, чем просто вот те суммы, даже которые есть. И на последней встрече вот с Василием Кравцовым, Василий замечательно нам рассказал, разжевал акцию, куда надо смотреть, чтобы увидеть действительно дополнительные деньги, которые действительно заложены в те акции, которые сейчас компания для нас вводит. Компания замечательно вела акции, благодаря которым даже новичок, только-только придя в компанию, сделав первые свои шаги, может тут же сразу почувствовать деньги у себя в руках. А вот это самое важное, правда ведь? Вот и так. Я буду начинать тогда. Ребят, наступило лето. Я вас поздравляю. Замечательная погода. В Москве очень жарко. Ну вот девчонки тут пишут, что в Питере тоже очень жарко. И на самом деле, скажите, пожалуйста, что происходит чаще всего летом? Питер 32, Москве тоже 32. Что происходит летом у нас с вами на работе часто? Ну, вот в нашей компании. Люди от отпуска, да? Замечательно, конечно, отпуска. Отпуск тоже нужно отдыхать, и нужно ездить и так далее и тому подобное. Но затишье, нет, я бы не сказала, все зависит от вас, как вы воспринимаете. У кого-то еще нет звука, напишите, пожалуйста. Лен, скорее всего, у вас что-то со звуком, потому что вроде пока никто не жалуется. Лена, у себя сделайте, пожалуйста, погромче. Вы знаете, на самом деле, кто-то пишет «затишье», кто-то пишет «отпуска». Да, у кого-то отпуска, но, вы знаете, это здорово, что люди могут отдыхать. Но если сейчас сегодняшнюю ситуацию взять, потому что я тоже много сейчас общаюсь с людьми, много встреч провожу, я хочу сказать, что в этом году очень многие люди останутся без отпусков. Очень сложная ситуация у многих на работе, очень многих в этом году, ну, вы все прекрасно там, кто-то смотрит там, российские каналы новости, кто-то смотрит Евроньюз, я смотрю, да, то есть ситуация. Но в России сейчас ситуация такая, что многие люди, которые работают даже на бюджетных организациях, либо вообще не получают зарплату, задерживают 2-3 месяца, либо половину зарплаты получают, да, и какая-то такая. То есть очень многие люди не едут в отпуска, да. Вот. Но, с другой стороны, отпуск – это же не все лето, правда ведь? Отпуск – это максимум 2-3 недели, ну, месяц. Понимаете, в чем дело? А все остальное время человек все равно находится в городе. И поэтому только от нас с вами зависит, какая у нас будет активность в наших командах летом. Поэтому составьте свой план на лето. Сядьте и спокойно у себя в ежедневнике напишите, что уже сделано, каков ваш личный план на лето. Кроме вас этого никто не сделает. Если вы себе напишете отпуск на все лето, он и будет отпуск. Но все дело в том, что есть определенные законы бизнеса нашего с вами. Летом очень легко и очень хорошо заниматься рекрутированием, потому что и ваша активность летом, она обеспечит вам очень хороший высокий доход в зимний период, когда идет очень высокий сезон продаж. Потому что летом легче рекрутированием заниматься, то есть приглашать людей в наши команды, да? А зимой идет, надо заниматься больше продажами даже, да? Потому что праздники, потому что много всяких разных праздников, Новый год, 8 марта, 20 февраля и так далее, да, сезон подарков. Вот, и сделайте ревизию у себя в работе со своей командой, договоритесь, кто когда, составьте план, кто когда идет в отпуск, с кем вы в какое время сможете какие-то активности проводить, может быть, в какой-то парк выехать, может быть, еще что-то, ну, то есть вот что вы можете сделать, да, стойку где-то поставить. Что уже запланировано, что уже приготовлено, что осталось подготовить. Если вы уезжаете, договоритесь со своими менеджерами, что они будут делать ваше отсутствие. Да? То есть наверняка в ваших командах есть люди, с которыми вы можете договориться, которые подхватят ваши идеи. Потому что летом действительно намного легче работать. Нет вот этой одежды тяжелой, да, пусть вот такой. То есть легко выходить на улицу. Одел, кепочку одел, шапку повязал. Там, брючки, футболочка и замечательно, да, то есть не надо на себя одевать много. Вот, поэтому на самом деле лето – это горячий сезон для работы.
Знаете, мы можем говорить, что да, отпуска, мы можем еще что-то говорить, но дело все в том, что мы так говорим, когда мы не контролируем процесс. Если мы его контролируем, и если мы со своей командой составляем план, да, договариваемся, что мы вот эти дни, мы идем, ну, допустим, работать на стойке. Вот вы, так, или если вы работаете только на теплом рынке, там теплые встречи, да, со знакомыми проводите, вот в эти дни у нас, например, там, может быть, на природе, может быть, дома вы чаепитие, холодный чай, например, приглашаете своих друзей, если это жарко, да, и плюс спонсора пригласили, заодно поделились информацией. То есть самое главное, поставьте себе цель, что вы хотите за лето достичь. Поставьте цель, распишите прямо по каталогам. Лето – определение преимуществ летнего сезона. То есть какие преимущества, да, летом работы? Сами себе напишите, что вы видите в этом. И использование этих преимуществ в том, чтобы решить свои какие-то задачи. Да? У нас у всех, у каждого свои цели. Мы сегодня поговорим немножко еще об этом. Итак, поэтому сейчас чуть-чуть вернусь. И не помню, вернусь еще к вопросу о том, что, ребят, лето определяет то, какой ваш будет доход в сезон продаж в зимнее, осеннее время, весеннее, да, вот эти вот три периода. То есть лето закладывает фундамент. И я знаю очень много директоров. Я знаю, что Ольга Пономарева, мой вышестоящий спонсор, вот над Екатериной Ивановной, она как раз летом открывала, находила всех своих новых директоров. Все ее директора, которые сейчас у нее в команде, они пришли как раз летом. Поэтому лето – это не повод сказать, что все в отпусках, расслабиться и уйти на… пойти загорать. Можно и загорать, рекрутировать. На пляже тоже можно рекрутировать, тем более у нас великолепный, поделюсь коротеньким опытом, шикарный спрей для загара, SPF, да, появился охлаждающий. Я хочу сказать, что у кого есть дети, я прямо его прямо оценила. Можно прям на бегу ребенка полностью побрызгать, он в пене, оно шипит, знаете, пузырится, как такие, как шипучие конфеты такие. Вот, пенка, ой, охлаждающая, очень приятная, и самое главное, что его можно наносить на ребенка, даже если он не останавливается бегать, тут у меня такой ребенок. Поэтому на пляж собрались с ребенком, взяли каталоги, взяли какой-то блокнотик, и замечательно, все лежат, загорают. Я знаю, что моя мама замечательно рекрутирует. Екатерина Ивановна, привет, в Сочи на пляже достаточно много своих лидеров нашла. Итак, ребят, договорились, летом мы тоже работаем. В отпуск ехать надо, обязательно отдыхать со своими детками, со своим мужем. Вот. Но это мы же не на все лето уезжаем, поэтому распланируйте со своими командами, когда что у вас проходит, какие активности, кто вас когда заменит. И обязательно распишите планы на лето. Договорились, Светлана, поддерживает меня. Итак, моя основная тема – как получить максимальную выгоду от новых программ компании. Ребят, когда человек приходит в компанию Oriflame, у него сразу же есть сразу фиксированная скидка у цены каталога 18%. На самом деле это очень большая скидка. Почему? Потому что когда вот я с людьми иногда просто, вот если где-то просто с незнакомыми разговариваю, я говорю, ребят, посмотрите свой кошелек. У вас наверняка в кошельке, ну, как минимум там 25, а то и 30 сейчас скидочных карт. И посмотрите, какая скидка на этих картах. В лучшем случае будет 5-7%. И то, если 10%, то, скорее всего, это будет накопительная карта, которая дает там после там, суммарных покупок, там, допустим, к примеру, 30 тысяч, у вас дается 10%. Поэтому если мы говорим о человеке, который приходит просто покупать для себя, или клиент, да, мы его иногда называем, то 18% – это очень хорошая экономия. Но я говорю о том, что самое важное в этой ситуации, я была таким VIP-клиентом 3 года, я говорила, что я не буду работать в компании, у меня были деньги, у меня был бизнес, но мне нравилась продукция, и для меня самое важное было, что это гарантия качества, натуральности, неподдельности. Да? То есть гарантия, что я покупаю со склада. И вот этот акцент. Я бы сейчас даже акцент делала не на экономии, а на гарантиях качественной натуральной косметики человек может покупать. Потому что люди очень много продуктов сейчас покупают через интернет, и это очень хорошая возможность точно так же зайти в интернет и купить продукты. Итак, когда человек у нас приходит в нашу команду, в вашу команду, да, первое, что мы сейчас будем ему объяснять, это первая акция. Добро пожаловать в Oriflame. Первая программа для новых консультантов. Ребят, с 7-го каталога, который сейчас уже больше недели у нас идет, уже все люди, которые у вас регистрируются в течение 7-го каталога и дальше, идут по программе «Добро пожаловать в Oriflame» по новой стартовой программе. То есть вот эти 6 шагов, которые подарки по 100 баллов, их не будет больше, зато будут
намного лучше, круче преимущества для новых консультантов. Но это для тех, кто с 7-го каталога. Если же ваш человек зарегистрировался в 6-м каталоге, то для него еще действует, он идет по старой стартовой программе. Угу. Хорошо. Итак, человек, в чем суть этой программы? Сейчас будет стартовая программа «Добро пожаловать в Oriflame», она рассчитана будет всего на 3 каталога. То есть просто человек сказать. 3 каталога ты размещаешь заказы на 100 баллов бонуса, и ты имеешь преимущество, все преимущества премьер-клуба. Да? То есть, ну, как бы, как разгон такой немножко, можно сказать, да, человеку дают. Если мы будем говорить дальше, что премьер-клуб у нас будет со 150 баллов, да, и там очень классное преимущество, то для новичков у нас первые 3 каталога, для них льготные месяцы идут, то есть 100 баллов бонуса. Что такое 100 баллов? Вот тут маленький, да, такой вот пример, да, приведен на этом слайде. Это продукция только для себя. Давайте так. И когда люди говорят, а я, ну, как бы, вот, не знаю, что себе заказать, подумайте, у вас, вы все равно пользуетесь продукцией ежедневного спроса, да? То есть даже если вы сейчас вот прямо у вас там, может быть, не знаю, сложно собрать какой-то большой заказ, но даже если для себя, это 100 баллов, эта продукция, я считаю, что это даже для себя это мало, да? Потому что все равно мы всем этим пользуемся. Итак, что же у нас дает вот этот заказ на 100 баллов бонуса? Значит, стоимость балла бонуса. Примерно балл бонуса по цене каталога стоит 40 рублей. По дистрибьюторской цене примерно 30-32 рубля. Вот так примерно мы говорим. На аксессуары может быть другая цена балла бонуса. А на базовую продукцию, то есть косметическую, да, то есть примерно вот такая. То есть по цене каталога 40 рублей. По дистрибьюторской цене примерно 30-32. Итак, что дает, если человек первый 21 день с момента регистрации размещает заказ на 100 баллов бонуса, да, то по итогам этого каталога он уже входит в премьер-клуб. Что он получает? Он получает эксклюзивную скидку 200 рублей. Сразу, да? Первый продукт со скидкой 50%. Да? То есть это очень так, вот по итогам каталога, то есть в следующем каталоге на его номер будет начислено сразу же 200 рублей, у него будет в следующем, вот во втором каталоге после первого прохождения первого шага у него будет возможность заказать продукт с 50% скидкой, да? И также вот эти 100 баллов пойдут в программу лояльности, да? Сейчас мы чуть попозже о ней тоже подробно поговорим. То есть вот эти баллы, они не накапливаются, все баллы, которые вы делаете продукту, они накапливаются на вашем номере, да, и вы их обмениваете на подарки. То есть человек сможет в первом заказе следующего каталога получить, выбрать любой подарок из категории 100 баллов и взять его к себе в подарок. Переводим на русский язык. Да? Итак, человек сделал заказ на 4000 рублей, 100 баллов бонуса. Скидка, которую он сразу получил, это может быть, или мы говорим теперь слово «выгода». Да? То есть это может быть либо доход, если человек показал в каталоге, все эти 100 баллов – это чей-то заказ. Если он человек покупил для себя, то это экономия. Ну, в общем, и то, и другое называется выгодой. Да? Итак, выгода 18% – это 720 рублей. По программе лояльности один продукт на 100 баллов примерно принесет человеку 200 рублей. Да? 50% на любыми продукты, если мы возьмем самый дорогой, допустим, в районе 1000, то принесет ему еще 500 рублей, допустим, он его продал. То есть, может быть, продал, тогда это будет доход. Если он для себя купил, то это будет выгода. Да, мы называем. Премия на стартовую программу 200 рублей. Итого получается у нас, что выгода за, если человек в первом каталоге сделал сразу же, да, 100 баллов, 1620 рублей. Много это или мало? Это немного. Но если вы возьмете по соотношению от 4000, 1620 человек уже сразу получил, то есть уже совсем по-другому. Да? То есть всего 4000 было как бы заказ, и 1620 из них человек получил обратно в качестве либо дохода, либо выгоды, либо там экономии, или как-то так. Да? То есть это довольно очень серьезно. Что такое заказ 100 баллов? Ну, тоже примерно такой же вот вариант. Это продукция просто каждодневного спроса и очень небольшой набор. Следующая программа лояльности.
Все баллы, когда мы размещаем с вами заказ, и наш с вами новичок размещает заказ, то все вот эти баллы, которые присвоены каждому продукту, они будут суммироваться на вашем номере в течение года, да, одного года. И вы сразу, как только у вас накоплены баллы, кратное 100 баллов, вы можете выбирать подарки при заказе, либо через интернет у вас выскакивает окошко, вы сразу выбираете табличку. Великолепные подарки, великолепный выбор, на самом деле, огромнейший. И мне что очень понравилось, что в этой программе лояльности как раз продукция, которая, ну, действительно, ну, она универсальна, она нужна любому человеку. То есть это не какие-то специфические продукты. И что очень приятно по новой программе лояльности, теперь эта программа лояльности действует абсолютно для всех. И для новичков, и для консультантов, и для менеджеров, и для директоров, и бриллиантовых, старших и так далее. Вы знаете, это очень здорово, меня это тоже очень порадовало. Я уже заказала 2 туши, себе 5 в одном, которые очень люблю. Итак, каждый купленный продукт принесет определенное количество баллов, да, Максима, до 250 баллов. Все, что вы размещаете заказы, до 250 баллов в этот каталог будут накапливаться на вашу вот эту программу лояльности. И в следующем каталоге вы можете обменивать эти баллы продукты. Можно заказать 2 продукта на любую стоимость, если у вас накоплено больше баллов, но не более 2 продуктов. При заказе 10 баллов. Многие спрашивают, почему в накладной 1 рубль, да, стоит, когда мы берем с вами продукты по программе лояльности. Дело в том, что по российскому законодательству, если вы получаете подарок, вы должны заплатить налог. Поэтому, когда вы теперь берете вот свою накладную во время, ну, как бы, заказа, да, и если там какие-то подарки по стартовой программе, там кошельки у нас шли, да, ну, еще что-то такое, или вот эти вот программы лояльности, они теперь дадут 1 рубль, чтобы освободить вас от налога, да, то есть вы покупаете данный продукт на 1 рубль. То есть это вот поэтому как раз. То есть очень просто объяснить, если ваши новички спрашивают это. Вот как раз мы об этом и говорим. То есть продукты, чем больше стоимость баллов, да, тем более дорогие продукты. Есть продукты, которые полностью вы можете получить в подарок. Есть продукты, которые вы можете использовать баллы и плюс доплатить 199 рублей. Да? То есть там какие-то дорогие туалетные воды, там еще что-то такое. Тоже классная возможность. Да? То есть можно за 200 рублей взять очень дорогой продукт. Если у вас есть такой в заказе, то есть вы намного больше зарабатываете. Тоже примерно, вот, вернее, не примерно, это как раз та таблица подарков, которая сейчас представлена. Наши директора тоже очень порадовались, что теперь для нас есть возможность вот как раз использовать эту программу лояльности. То есть, если вы посмотрите, да, 1, 2, 3, 4. То есть, если вы посмотрите, то использование... Блин, пожалуйста. Если вы посмотрите в 4-й столбик, да, то доход от участия в программе лояльности, на самом деле там идет где-то даже до 600 рублей, я посмотрела, возможно, получение доход прибыли. То есть первый каталог, если вы делаете, это 200, да, потому что там маленький был заказ, там 150, там 100-150, вот, то если вы делаете 250 баллов, да, то есть, которые максимально начисляются на ваш счет в программу лояльности, то идет 450 до 600 рублей. Я даже посчитала, чтобы у меня была такая ситуация, что я такое заказала. Вот, поэтому достаточно сильно выгодная акция. Сейчас мы к этой таблице, мы чуть попозже вернемся еще раз. Итак, третья программа, которая у нас, задача, которую мне сейчас рассказать, я прошу прощения, по программе лояльность и по программе «Добро пожаловать в Oriflame», есть ли какие-то вопросы? Они очень простые, их очень легко сейчас по новой программе объяснять. То есть новичку очень просто сказать, что если ты делаешь заказ в течение 3 каталогов 100 баллов, то ты являешься уже, так как ты новичок, ты только что стартовал, уже участником премьер-клуба, имеешь все преимущества. Какие, кстати, преимущества, мы сейчас тоже поговорим. Да? На самом деле очень-очень классно. Если есть вопросы, вы можете писать. Итак, теперь полноценное участие в премьер-клубе идет 150 баллов. То есть мы забываем про то, что у нас было там 150-250. У нас чисто 150 баллов. Обновленный премьер-клуб. Поздравляю нас с вами. Теперь для участников премьер-клуба действует программа лояльности. Что это значит?
Если вы размещаете заказ на там, 250 или больше баллов, да, в данный конкретный, допустим, 350 вы разместили заказ, то 50, 250 баллов пойдет в программу лояльности, а как бы и за эту же сумму, за все остальное, вы получите еще и премию премьер-клуба. То есть, если вы размещаете заказ на 600 баллов, например, все равно баллы лояльности пойдут 250. Да? То есть, не более 250 накапливается на программе лояльности. То есть, вот это очень-очень тоже важно. Так, дальше. Так, у меня здесь были еще слайды. А, ну, да, теперь у нас, сейчас по порядку все, но теперь у нас увеличен на... Так, а если сделать 250 баллов, сколько же на лояльности? 250 запишут, 250 у вас пойдет программа лояльности, и вы получите еще по программе премьер-клуба еще и 200 рублей скидку, дополнительную скидку премьер-клуба. И туда идут. То есть теперь у нас с вами наслаивается до 250 баллов, у нас с вами наслаиваются вот эти две программы. Да? И туда, и туда. Пожалуйста. Хорошо. Значит, смотрите. Вот мы теперь разбираемся с премьер-клубом. Значит, программа премьер-клуб, она дает нам с вами до 50% выгоды. Что это такое? То есть это суммирует вот ту таблицу, которую я показывала, мы сейчас еще раз ее посмотрим. То есть если мы просуммируем все деньги, все, что получаем, да, по всем акциям, то получается, что от заказа до 50% выгоды мы с вами можем получить. Либо это будет доход, либо будет это экономия. Итак, если вы разместили заказ на 150 баллов бонуса, да, то есть, во-первых, эти 150 баллов бонуса пойдут к вам по программе лояльности начислится. Все, мы за них уже подарок получаем. Дальше. Помимо этого вы получаете, вы имеете, значит, 18% от скидку от цены каталога. 200 рублей за 150 баллов, 200 рублей вы получите автоматически на ваш дистрибьюторский номер вот эту скидку. И, скидка. Так, что еще здесь? Здесь есть 50% любимый продукт. То есть, то, что я говорила. Если вы сегодня, если в этом каталоге вы сделали заказ на 150 баллов бонус. Если вы новичок, то достаточно сделать 100 баллов один раз. Если вы уже не новичок, то нужно сделать два раза подряд 150 баллов бонуса, чтобы в третьем каталоге вы могли использовать 50% скидку, да, на любой, да, самый дорогой продукт. Если же вы делаете постоянно, больше 150 баллов, то у вас постоянно есть возможность в каждом каталоге размещать один продукт, самый дорогой, да, который вы хотите, со скидкой 50%. Из этого каталога, была информация, что с 7-го, но вот кто-то мне сегодня сказал, что вроде бы с 9-го будет. Будет еще такая возможность взять 10 каталогов по 10 рублей. То есть для участников программы «Премьер Клуб» будет возможность взять за 100 рублей 10 каталогов. Один раз в течение каталога. Да? Вот такая тоже будет у нас возможность. Так, дальше. Если вы делаете 250 баллов бонуса, то есть вы увеличили свой объем на 100 баллов. Не 150, а 250. Да? То есть за каждые дополнительные 100 баллов свыше 150 вы будете дополнительно получать еще 450 рублей дополнительную скидку премьер-клуба. Да? То есть, если вы сделали заказ на 250 баллов бонуса, что вы получили? Вы получили 18% выгоду от цены каталога, 650 рублей – это премия, скидка премьер-клуба. И здесь еще будет у нас с вами, так как это больше 200 баллов по основному маркетинг-плану, будет еще 3% объемная скидка с вашего объема. Очень часто новички спрашивают, а как вот эти деньги я могу получить? Да? То есть все вот эти премии, скидки и так далее, они начисляются на ваш дистрибьюторский номер. Да? Он же как и банковский номер. Ну, банковский номер, ваш дисконтный дистрибьюторский номер. И когда в следующем каталоге вы размещаете заказ, то вот эти деньги, они идут в счет оплаты вашего заказа.
но не более половины от самого конкретно данного заказа. То есть если у вас, к примеру, у нас вот по итогам каталога начислено, допустим, 500 рублей, да, вот всеми премиями, то размещая заказ, например, на 1000 рублей, то 500 рублей пойдет со скидки, 500 вы доплатите самостоятельно. Если же у вас на скидке 500 рублей, а заказ, например, на 300 рублей, да, всего, то половина от 300 рублей, 150 рублей пойдет со скидки, а 150 вы доплачиваете сами. Да? То есть оплачивается, идет со скидки не более половины стоимости заказа. Все остальные деньги никуда не деваются, они копятся на номере, никуда абсолютно, все долго. То есть абсолютно точно знаю, что никуда не девается. Когда я открывала давно уже директора, я не открывала предпринимательство, пока директор не закрыл, у меня на счету было больше там 250 тысяч, по-моему, 210, что-то такое тысяч. То есть абсолютно все деньги на счету, и когда вы открываете потом, то есть вы уже потом переводите. А когда деньги большие, мы с вами ими оплачиваем заказы. Да? То есть если это, например, заказанная продукция, то есть вы оплатили половину стоимости заказа теми деньгами, которые у вас есть на скидке, а клиент вам заплатил полную стоимость. То есть вы получаете все деньги уже через заказ. То есть если дальше вы размещаете заказ на 350 баллов бонуса, премьер клуба, да, у нас будет уже скидка 1100 рублей, скидка премьер клуба. Да? Также идет 250 баллов бонуса программа лояльности, здесь опечатка. Вот тут 150 написано, 250 на самом деле. Вот. И также идет 3% объемная скидка с этого. То есть и так и далее. За каждые дополнительные 100 баллов мы получаем с вами дополнительную премию вот этого премьер-клуба на 450 рублей. 450 рублей, да. И что очень приятно, да, цифры видеть. Так, что-то у нас куда-то уехало. Давайте мы вернемся, совсем не туда уехало. Если теперь расширена граница участия в премьер-клубе, теперь максимальный заказ личный, который вы можете получать премию по премьер-клубу, это 1450 баллов бонуса. Я знаю, что у меня в команде есть люди, которые размещают очень большие заказы. И действительно это классно, когда можно сразу же получить дополнительную премию. Да? То есть и так здесь получается максимальная премия 6050 рублей, это скидка только премьер-клуба. И вот максимальная выгода, которую можно использовать, если вы сделали 1450 личных баллов бонуса, то есть вы вот только вот здесь вы получаете 22500 рублей. Да? То есть даже если у вас вдруг там вот нет группы, там еще вы только новичок, если вам нужны деньги, вам нужно на отпуск, пожалуйста, размещайте заказ, берете 20-40 каталогов, да, есть такие претенденты, и очень много в нашей команде, я думаю, что кто-то откликнется сейчас. Вам нужны деньги на отпуск, вам нужно ребенка отправить куда-то. Пожалуйста, люди моются, все вокруг нас, да, взяли 20 каталогов и начали с ними работать. Ведь не зря же, вы знаете, я думаю, что если бы мало было людей, которые размещают заказы больше 1000 баллов бонуса, компания бы не стала расширять вот эту границу личных заказов, да, по премьер-клубу. Раз компания пошла на это, значит, таких людей очень много. Значит, много было заявок на это, именно вот на эту тему. Поэтому я думаю, что это очень интересно. Нужны деньги сейчас, да, не завтра, не, там, не через месяц, не через два. Пожалуйста, обратитесь к своему спонсору, да, скажите, слушай, научи меня собирать большие заказы. Это очень просто. Во-первых, это работа с каталогами, а во-вторых, летом классно использовать возможность, особенно сейчас новая программа The One вышла, да, у нас косметика декоративная, дни The One, там, дни Wellness проводить, то есть продуктовые мероприятия, когда вы просто приглашаете своих знакомых, и во время презентации вы просто рекомендуете много-много и собираете заказы. То есть это здорово. Итак, давайте посмотрим. У нас совсем мало времени осталось. Так, надеюсь, что вам всю таблицу до конца видно, потому что у меня закрывается. Итак, посмотрите на цифры. Вы знаете, что интересно? Когда если человек, например, вот когда пришел, да, он собрал заказ на 150, 250, 350 баллов, да, или там даже 450,
Очень редко кто эти деньги записывает, там, вот, прямо все раскладывает по полочке, как вот в этой таблице. И естественно, что отдав заказ, как я, например, точно такая же, да, у вас, ну, у многих женщин семья, дети, возвращаясь домой, отдав заказ, вы что делаете? Вы заходите в любой магазин, да, в продуктовый магазин и покупаете вкусняшку вашему детенку, детёшкину, или мужу, там, или маме кому-то, да. То есть у вас вот эти деньги сразу сквозь пальцы просачиваются. И получается, что вы приходите домой, а заказ отнесла, а денег опять нет. Да? Понимаете, в чем дело? Поэтому либо заведите отдельный кошелек, куда вы будете складывать деньги от заказа, чтобы вы хотя бы видели вместе. Вот, либо заведите себе таблицу и записывайте. Вот в каждом каталоге, сколько вы заказов сделали, запишите свою объемную скидку, запишите там прибыль и так далее, чтобы вы по итогам месяца каталога вы видели, сколько реально вы заработали денег. Потому что если вы посчитаете, даже разместив заказ не такой большой, вот 250 баллов бонуса, если вы все суммируете, вторая, да, вот 150-200, посмотрите, за каталог получается прибыль 4050 баллов, 4050 рублей, а за месяц 5400. А если, например, вы наберетесь храбрости и у вас выдержит ваша, как бы вот, вы довольно стойкий человек, вы будете откладывать всю эту сумму, допустим, да, в какой-то отдельный конвертик, то за год вы зарабатываете 64-800 рублей. Это вполне приличная сумма, вдвоем даже, или вдвоем с малышом, куда-то съездить в страну, в Грецию, там Кипр, очень хорошо, уверяю вас, отдохнуть на 1,5-2 недельки, да. То есть просто самое главное – вести учет этим деньгам, иначе они сквозь пальцы уходят. Если же вам недостаточно этих денег, пожалуйста, посмотрите, какие суммы стоят в таблице. Если вы размещаете заказ, допустим, там, на 1050 баллов бонуса, то по итогам даже одного каталога у вас прибыль составляет 17100 рублей, 107 рублей. А в течение года, да, то доход составляет 273 тысячи. Это вполне сопоставимо с доходом на какой-то конкретной постоянной работе, на которую люди ходят каждый день. Да? Я знаю, что у нас девчонки, которые вот как бы научились правильно работать профессионально с теми же каталогами, которыми нравится это. Да? Я не призываю всех продавать по 1050, по 1000 баллов или по 1500, боже упаси. Но есть люди, которым это нравится, и бывают ситуации, когда нужно срочно сейчас деньги, не завтра, не послезавтра. И это очень хорошая возможность. Поэтому все в наших руках, обращайтесь к спонсору. Я думаю, что у нас у всех есть очень хорошие. И в четверги наши вебинары потрясающие. Просто на самом деле всех своих потенциальных клиентов приглашать на четверги на наши вебинары по продукции. Они открыты. Светлана Ухабова великолепно проводит вебинары, и вы можете использовать их для того, чтобы увеличивать свой товарооборот. А как быть с людьми, которые сейчас могут удариться в продаже? Это легче, чем группу строить. Полина, вы знаете, в чем дело? Всегда будут люди, которые будут заниматься только продажами. Всегда будут такие люди. Но вы знаете, в чем дело? Если человек любит заниматься продажами, любит, то его на самом деле в какой-то мере проще потом ему работать, потому что он сразу видит деньги. У него есть деньги на проезд, он может что-то сразу показать своему там, супругу, да, который там все время ворчит, что чем ты там занимаешься. Да? В такой ситуации человек сразу зарабатывает деньги на какие-то тренинги, может быть, платные, да, которые у нас тоже бывают, а обучение обязательно надо проходить. Вот. И мне чем нравятся люди, которые много продают, тем, что у них очень большой круг клиентов. Что такое каталог? Это выявить возможность сразу человека, который лоялен к Oriflame. И вот этих просто надо научиться с этими людьми работать, если сейчас постоянно много у вас заказывает, да, клиент, научиться выработать свою систему, как переводить этих людей в консультантов. Понимаете? Поэтому, Полин, на самом деле не бойтесь. Во-первых, всегда будут люди, которые будут только продавать. Но мы, ребят, нам платят деньги на самом деле не за приглашение пустых людей. Да? Нам приплатят деньги за увеличение товарооборота. Если у вас есть люди, которые очень любят продавать, значит, вы, во-первых, примерно такой же человек, да, потому что подобное притягивается подобным. Создайте команду хороших продавцов, и они будут хорошо зарабатывать. Помогайте им приглашать своих хороших продавцов. В чем плохого-то? Что плохого я не вижу? Вот. Конечно, не надо перекос только в продаже.
Вот. Но продажи – это классный старт для человека сразу увидеть деньги и расширить круг своего общения уже лояльных людей. Конечно, это здорово. Я думаю, что лидеры вы только нам тут, знаете, порадовались, если мы создали команду хороших продавцов. Ребят, дальше поехали. Вы поняли, о каких деньгах идет речь, да? У меня предложение такое. По программам вот этим, если есть вопросы, вы пишите. На самом деле программы классные. Я делаю разные. 200 баллов я делаю в первые 15 минут начала каталога. Всегда. То есть у меня такое правило. В последнее, у меня совсем мало времени осталось, 5 минут. У меня такое правило. Мои клиенты уже все постоянные. Кто постоянно, они приучены. Последнюю неделю каталога я развожу, либо я, либо мне сын старший помогает. Мы развозим заказы всем своим постоянным, каталоги всем своим постоянным клиентам. И в последнюю субботу, воскресенье мы их всегда собираем. И в понедельник я всегда размещаю первый заказ. Либо в воскресенье вечером, либо в понедельник, первый понедельник вот сразу. То есть 200 баллов, это, ну, то есть это не оговаривает. Ребят, я как-то на семинаре, на каком-то тренинге рассказывала, что, ребят, цена вопроса 200 баллов. Научиться делать всегда 200 баллов легко. И больше на этом не заморачиваться. Но если вы не хотите больше заниматься продажами, да? Вот. Но у меня редко бывает 200 баллов, сразу говорю. У меня обычно где-то в районе 450-500, в празднике там порядка там 1000 баллов. Почему? Потому что я очень люблю знакомиться с людьми через каталог. Где бы я ни была, если мне человек понравился, помог чем-то, я всегда ставлю каталог просто как визитную карточку компании. Мне очень важно выявить, лоялен человек к Oriflame или нет, потому что у меня нет ни времени, ни энергии переубеждать людей, агитировать за мир. Понимаете, в чем дело? То есть, да, работать с возражениями нужно обязательно, это правильно, это здорово. Но негативных людей, совсем агрессивно настроенных, у меня нет смысла. Очень много людей, которые позитивно очень любят Oriflame, ценят это качество, ценят возможности. И я буду лучше с ними работать, лучше я таких людей найду. У меня где-то от 200 до 600 баллов, это вот, ну, в среднем. Праздники, может быть, чуть больше. Дальше. У меня предложение такое. Составить всем нам друг, вот, с собой, может быть, с помощью спонсора, такую табличку. Скоро совсем будет банкет директоров. 14 июня пройдет банкет директоров 2014. Я думаю, что уже многие пригласят новые звания и в моей команде. Ирина, кто еще пригласит? Кто получил приглашение пока по электронной почте на банкет директоров? Напишите, пожалуйста. Я получила. Здорово. Вот. Но будет и банкет 2015. Понимаете, в чем дело? Это очень красиво. Мероприятие. Это мероприятие мирового уровня. Он вошел в реестр один из самых крупных вот этих вот виповских мероприятий вообще мировых, да, вот в России, вернее, в России, pardon. Вот. Поэтому, если вы хотите там оказаться, мы ролик попробуем сегодня не забыть еще раз поставить, но вначале вы сегодня были фотографии перед Болгарией. Вот. Составьте свой план со своим спонсором. Мой план к банкету 2015. И начинайте уже сейчас использовать те программы, которые у нас сейчас. Видите, как много здесь присутствует. На банкете, ребят, девчонки, встретимся. Все в красивых платьях. Знаете, это очень приятно, когда вас на сцену вызывают. В красивом платье, в туфлях, на сцену. Я когда выходила, по-моему, не первый раз, какой-то раз на банкет директоров на сцену в Олимпийском, и разговаривала с одним знакомым, я сказала, вот мне надо туфли там на красивой большой шпильке, я выхожу на сцену в Олимпийском, мне через неделю выходить. А он не знал, что, как бы, чем я в Oriflame занимаюсь. Знаете, какая у него была перезагрузка минут на 15? Он не понял. Он знает, что у меня дети. Он знает, что я работаю, но вроде как не пашу. Почему я иду на сцену в Олимпийском, у него была перегрузка. То есть я не певица, я не спортсменка. Поэтому, ребят, это очень здорово. Это очень мотивирует. Это очень повышает самооценку. Красивым кавалером. Самое мое любимое занятие на банкете директоров – это смотреть на глаза мужей, чьи жены сейчас стоят на сцене. Вы знаете, это другие глаза. Покажите своим мужьям другой Oriflame. Понимаете, не беготню с сумками, да, там что-то еще. Да, сделайте, вот расшибитесь лепешку, сделайте к 2015 году новый результат и сводите своего мужа или спутника на банкет директоров, как спутник. У меня ребенок. Составьте свой план и начните уже сейчас.